Друзья, всем привет! Сейчас буду кушать вот жареную картошечку и вот жареная рыбка. Вот так вот выглядит все аппетитненько, красиво. Если вы сейчас кушаете, приятного аппетита вам! Подай, пожалуйста, соль. Иди, пожалуйста, возьми тоже сервирующий. Я вам не золотая рыбка. На подернушках. Начистил лук, ты съела же. О, боже. А тебе соль тяжело почистить подать. Почистить лук или почистить... Или подать соль. А это все... Само приготовилось? А это все я готовила. Само почистила, само поварилась. Само стояло 2 часа. Много. Уже не стоит, но невозможно парить. Не, а так, когда окно открываешь, сразу сквозняк тянет. А так задохнуться можно. Еще парилка такая. Да, Филюч? Иди, кус-кус. Может, ты съешь? Иди. Сейчас подожди. Да ты ему маленький, дай кусочек, может, он есть не будет. Только зря выкинешь. Не стал. Нет, ну, может, он... сразу не покушать, а потом поесть. Ну, не так, может. Ну, не жирный. Ну, так делалось, сахар, не так? Ну, да. Так? Будешь ждать тебя? Нет, хочу.
Друзья, нормально так приготовилось, все вкусное такое. Аппетитненькое. Но я перед этим еще суп съел. Ну, друзья, я уже наелся. Я перед этим просто суп еще съел. Жень, дай мне телефон. Я... Не слышу. Ну, в комментариях написали, что ты похож на Пашу Механика. Кто? Ты, я и написал. А кто такой Паша Механик? Он говорит, забей в Ютубе. Паша Механик? Да. Я посмотрел, там... какой-то мужик там тоже. Я знаю только Ваньку Морехода. Понесла.
Ну, не посмотрел, кто такой Паша Механик. Сказали, что ты на него похож. А еще я помимо Дома 2 Холостяк люблю. Шел на ТНТ. А я нет.